Оперативное совещание в администрации впервые с начала пандемии проводится в расширенном формате. На повестке дня несколько самых актуальных вопросов. Главе городского округа Пушкинский докладывают о готовности к проведению месячника благоустройства. В апреле запланированы 5 субботников, один из которых 16 апреля – общеобластной. Уже заготовлены более 1000 единиц инвентаря. 16 апреля планируется провести субботник на 29 точках. Среди предложений – провести парад техники. Если мы планируем провести мероприятие масштаба города общегородской, на котором мы покажем все наши предприятия коммунальные, на котором мы покажем технику, которая у нас есть, собственно говоря, на этом мы, наверное, должны быть ориентированы. Глава поручает организовать на субботниках обязательные пункты питания, полевые кухни. Всем управляющим компаниям и организациям даны указания привести свои территории после зимы в надлежащий вид. Еще одна тема, связанная с комфортной городской средой – ремонт дорог. Их общая протяженность в округе составляет 1168 километров. Из них 857 километров – муниципальные магистрали. В 2022 году в план ремонта вошел 21 участок местных дорог и 4 участка регионального значения. В этом году уже устранены 1387 ям. В числе приоритетных задач округа – разработать проекты строительства дорог в 4 массивах, выданных под жилую застройку многодетным семьям. Глава округа подчеркивает, что слаженная работа всех подразделений привела к существенным изменениям в части улучшения дорожной инфраструктуры. Ямочный ремонт, никто не отменял. Б, мы понимаем, как его проводить. Отдельно обращаюсь действительно к руководителям предприятий, которые осуществляют содержание. Мы действительно улучшили ситуацию. По поручению правительства региона сотрудники администрации регулярно мониторят наличие определенных товаров и уровень цен в федеральных сетях. Изучают 58 позиций. Среди них сахар, гречка и остальные крупы, яйца, мука, средства личной гигиены, спички и многое другое. В 2,5 раза вырос спрос на яйца и на 30% на гигиенические средства. Наблюдается дефицит сахара. Основную массу проблем создаем сами самостоятельно. Когда приходим в магазин и берем за место одного товара или двух, как мы привыкли, берем в 2-3 раза больше продукции, которая, наверное, я думаю, что не способны потребить. Сейчас главная задача – не допустить роста дефицита бюджета округа. Максим Красноцветов подчеркивает, что все запланированные на этот год мероприятия должны быть исполнены. Но работы, возможно, будут разбиты на несколько этапов. Людмила Ермакова, Александр Девкин, Анна Белова. Новости Большого округа.